К другим темам. Безобразие. Так Дмитрий Медведев назвал ситуацию с распределением государственных средств. Систему расходов обсудили на совещании по эффективности бюджетной политики. Глава правительства заявил, финансовая дисциплина крайне слабая. Уровень выполнения бюджетного плана самый низкий за последние 3 года. На протяжении ряда лет бюджетные ассигнования распределяются лишь в конце года. Это просто вообще безобразие. Меня, вот я когда получаю эти бумаги, там где-то в конце декабря месяца, ну просто хочется позвонить и принять кадровые решения в отношении тех структур, которые их долго готовили и вносили. Мы же понимаем, что это такое. Это просто непрофинансированные обязательства. В конце года лавиной, значит, все это вываливают в правительство. И потом мы вынуждены принимать такие решения. Это безобразие. Если что-то подобное в этом году повторится, а год действительно очень сложный, очевидно, что дисциплинарная ответственность наступит для всех, кто таким образом готовил документы, вне зависимости от чинов и званий.